спасибо. Теперь мы должны раздать дипломы Союза писателей Луганской Народной Республики, литературным журналом «Крылья». Ну, собственно говоря, все-таки я это право опять же передам Андрею Чернову, так как он представитель этих ведомств. Ну, все те, кто пришел, уже, как говорится, поощряются тем, что смогли да, найти время и прийти на это событие. Алексей Полубота. За творческую индивидуальность. Григорий Шувалов. Ту же самую формулировку. Лидия Сычева. Чтобы не смеялась там на Камчатке. Спасибо. Спасибо вам большое. Виктор Мостовой. Дмитрий Шарко. Печать еще не появилась у Союза писателей? Нет, пока. Наталья Макеева. Мы можем с вами поставить. А я неинтересна, ЛНР. Также те, кто выступали сегодня. Лариса Зубакова. А где она? Вот. Уже убегала. Спасибо, я просто не ожидала. Такое все равно очень приятно, спасибо вам большое. Алина Весенняя. Я рада, спасибо, что побывала на этом мероприятии. Ну и большой друг многих луганских литераторов Артем Киракосов. Ну, спасибо большое. Спасибо. Вот, собственно говоря, теперь планировано неформальное общение. Сегодня должны были члены президентского совета прийти, но они не пришли, какие-то были...